Друзья, всем привет, с вами снова Капанда, и сегодня играем в Roblox на Плейси Дина Тайкун. Динозавры, короче, смотрите, это мой кореш. Огненный динозавр, я его, мой любимчик, я его здесь в прошлой серии подкормил маленько, и мы с ним дружим, да. Это мой кореш. Еще я построил здесь офигенского стеклянного динозавра. Смотрите, он из стекла, он прозрачный. Я сквозь ноги его смотрю. Ха-ха-ха. Так, давайте глянем, что у нас еще тут есть. Я еще купил динозавра, который кактусный. У него на голове кактусы, блин. Потом белый тирекс. White тирекс, по-моему, зовут, да? Где он? А, альбина тирекс, альбинос, тоже белый. А вон там у нас зеленый обычный тирекс, и там целая семья. А мамка, папка и два братана, либо брат с сестрой. Вот они. Короче, тут куча-куча динозавров, я их понастроил. Ой, уже деньги можно собрать. А, да, самое главное, денег накопил 4 миллиона. Мы сейчас на эти 4 миллиона купим еще динозавров других. Вот здесь куча всяких, вот куча разных динозавров. Вон там этот... Два птеродактиля тут. А, вот они, птички наши. Красавчики. Так, еще я купил из ледникового периода. Этого. Саблезубого тигра. О! Красавчик. Тоже. Здорово, киса. Так. Ну и что, давайте строить. Я уже, мне не терпится посмотреть, что там за новые динозавры. А, вот еще у нас черный есть динозавр. Ай, уголек. Здорово, уголек. Так, а следующий динозавр у нас стоит сколько, я уже не помню. 350 тысяч. Нормально. Мосасаурус какой-то. Ну давайте купим его. Бенчик. Да это какая-то акула у нас здоровая. Там, кстати, и мегалодон где-то у меня был. Так, сюда. Ставься. Опа-на. Да рыба у нас какая-то. Так, а как туда запрыгнуть? Я хочу к нему запрыгнуть. Ну-ка, наверх. Эти вот здесь попробуем вот так. Есть. О, да это крокодил какой-то. Нет, это не крокодил, это рыбеха. Это рыба карась, что ли? Ой, а где зубы-то у него? Как ты лопаешь? Че без зубы-то? Старый, что ли? Все повыпадали зубы у тебя. Так, а как я теперь оттуда вылазить буду? Ну-ка, надо теперь выпрыгнуть отсюда, а то он меня сожрет. Прикольная рыбеха. Давайте глянем какого-нибудь нового. Стоит 425 тысяч. Ангелотопс какой-то. Ангелотопс, что-то ангел, что ли? Что за курица? Так, сюда левей, правей. Ой, мамочки, это кто такой? Летающий динозавр ангел. Ну-ка, что у меня написано? Ага, типа он типа с небес спустился. Капец, это ангел-динозавр. Точно, ангельский динозавр. Ха-ха. Прикол. Ну-ка, как мне залезть? А, это облака, смотрите. Я думал, это камни прозрачные, это облака. Блин, я хочу на него залезть. Ну-ка, по хвосту, может, можно. Ну-ка. Я хочу на нем полетать. Хочу полетать на нем. А, как на него залезть? Ну, покатай меня, большая черепашка. Капец, фиг запрыгнешь. О. Тихо. Почти получилось. Клёвый, тут можно тоже держаться за эту штуку, за его. Блин, клёвый вообще. Ангельский динозавр. Прикол вообще. Так, давайте глянем, что еще есть. Я хочу дальше. 500 тысяч, обалдешки. Ну, за 500 тысяч давай ставим и хоп. Во. Ну-ка, это кто у нас? Атнозаурус какой-то. Ага, прикол. А в чем это он? Шестеренки, что ли? Какой-то механический. У него какие-то шестерни, типа. Ага, и тут всякие эти датчики какие-то, как на заводе. Короче, это динозавр завода. Заводящий динозавр, наверное, будет. Блин, тоже прикольный. Как отсюда вылезти теперь? Все, вылазим. Так, у меня 3 миллиона. Давайте еще будем все деньги еще тратить с вами. Все деньги будем тратить. О, новогодний какой-то. Так, ставим. Это где он? Ты куда делся? А, вот он.
Ну-ка, как его зовут? Дина Санта. Ха-ха, прикольно, новогодний Дина Санта. Новогодний, это за место оленей, наверное, да? У Санта-Клауса за место оленей он. На этом динозавре он подарки разводит. Дина Санта, офигеть. А что это у него такое валяется? Подарок, что ли? Какой-то кусок. Кусок травы, наверное, это жрачка его, он тут хавает. Опа, на хвост, на шапку и выпрыгиваем. Давайте глядеть, что еще можно купить. 600 тысяч золотой какой-то. Золотой динозавр. Уа, нифига себе, это сколько у него золота, что ли, там? Ну-ка, двигайся. Нет, двигай, говорит тебе. Давай, втыкайся уже. Опа-на. Во-во-во-во-во-во-во-во. Ну-ка, как его зовут? Чириозаурус какой-то. Сделан из 24-каратного золота. Вау! Фига, у него сколько монеток здесь. И рубины, и кристаллы какие-то лежат. Золотой динозавр из золота, из чистого золота. Ой, блин, я на нем столько денег, наверное, заработаю, да? Эй, дай залезть-то на тебя, золотой. Золотой товарищ. Хоть, ого, сильно высоко, я, наверное, даже не запрыгну туда. Нифига, он здоровый какой. Во-во-во-во-во-во, здоровяк. Ну ты здоровяк. Капец, я даже не могу на него залезть. Смотрите, типа он здоровый. Офигенский, мне он нравится. Теперь вот это мой любимчик будет. У меня был любимчик тот. Где он? Вот этот вот огненный динозавр. Теперь вот этот будет динозавр любимчик. Да я не знаю, у меня все любимчики, все клевые. А, давайте еще глянем. 600 тысяч еще какой-то стоит. Давайте, конечно, купим. Так, надо уже место расчищать, у меня уже места не хватает. Вот сюда воткнем. Это кто у нас? Диамонд топ какой-то. А, это даймонд, это типа этот. Сделанный из кристаллов. Кристальный динозавр, короче. Диамонозавр. Ха-ха. Алмазозавр. Во, точно, алмазозавр будет. Из алмаза сделан. Смотрите, у меня здесь алмазы даже есть. Так у нас тут целый какой-то ювелирный магазин, а не зоопарк. То золотые динозавры, то динозавры. Из кристаллов. Ну-ка, дай залезть. Алмаз кристалл. Во, все, залез на него. Куда это я? Я что, летать научился, что ли? А, прикол, как я бегаю-то по нему? Или это у него такая... Это у него еще и невидимая какая-то спина, что ли? Прикол. Ладно, вылазим. Так, у меня уже места нету, где строить. Так, давайте-ка расчистим еще. Так, нужно... Наверное, здесь расчистить, да? С этой стороны будем расчищать. Давайте это все... Уберем. 5000 убрать. Будем расчищать под наши динозавры еще. Сейчас все это снесем к чертовой бабушке и сделаем здесь еще площадку с динозаврами. У меня осталось еще 1,5 миллиона. Одного или двух сейчас смогу купить, да, наверное? Так, учащаем. Все это в топку. Деньги у нас есть, денег я накопил кучу. Так, за 100 тысяч. А давайте купим и за 100, и за 50 купим. Вот это все скупим. Все, а, так вот же у меня тут уже есть. Так, у нас место есть. Так, откуда будем начинать застройку? Капец, он еще и дымит, смотрите, точно как завод. Вау, он дымится, как на настоящем заводе. Ну и где у нас лавандосик? Давай. 700. Тоже какой-то в шапке, что ли? Ну-ка. 700 тысяч. И ставим динозавра. Так. Куда? Вот туда подальше, да, наверное, поставим? Опа-на. Ну-ка, друг, как тебя зовут? Айседон. Короче, какой-то он сделан изо льда, я так понял. И в шапке. О, нифига себе, он еще и с этим шарфиком. Ва, такой милаха. Ну-ка, как на тебя залезть? Дай покататься. Дай покататься, тебе говорят. Ну-ка, тихо, схитрим. Оп, есть. И на голову. О-о-о. Дай шапку поносить, дружище, а. Дружище, дай шапку поносить. Блин, и шарф такой прикольный у него, вязаный. Чтобы не простудиться. Прикол, динозавр в шапке и с шарфом. Офигеть, просто офигенский.
Так, а мне хватит еще надо? Не, не хватает. О, это какой-то с морковным носом будет. Это снеговик. Денег на него, конечно, не хватает. Денег на него не хватит. А, подождите, мы сейчас все деньги соберем, и может быть и хватит на него. Ну-ка, 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 ну-ка. Е, хватает. Я сколько они денег мне уже приносят? Так, и ставим. О, сколько тут еще их куча всего. Блин, 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 блин. Всех хочу построить, всех хочу построить. Динозавр, давай. И... вот туда, рядышком, давай, рядышком. Зимний, зимний, давай, рядышком. Опа-на. Снеговик, Snowwater. Снова топ. А, Snowtop какой-то. Короче, это снеговик. Динозавр-снеговик. Морковный нос. А, и здесь у меня снеговик стоит. Ёлы-палы, ну, умор, а. Чё только не придумают в работе. Не, прикольный, прикольный вообще, мне он нравится. Смотрите, какие мы с ним. Мы с ним похожи, да, по-моему? О, какой милашка. Капец, он здоровенный тоже. Головёшкой своей мотает. Уху, прикольно, мы построили. Мы все деньги потратили. Сколько у меня осталось у динозавров еще купить? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь динозавров еще нужно купить. А денег, денег, конечно, нет. Надо копить. Ну, я обязательно накоплю деньги. Мы скупим с вами тут всех динозавров. Всех надо глянуть. Мне уже интересно, какой будет там самый последний. О, здорово у нас. Зоопарк. У нас тут целый этот парк юрского периода. Динозавров куча вообще, просто куча. Ой, они денежки уже приносят. Так, 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 так. Опа-на, деньга, 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 деньга. Все, везде денежку собрали. Ха-ха, Дед Мороз золотой. Да блин, тут вообще, вообще куча, 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 куча. Эти уже неинтересные в самом начале, которые были. Я где-то тут, кстати, акулу посадил еще. Вот он, мегалодон, да, по-моему? Да, мегалодон. Две акулы здесь. Вон тоже здоровяки. А, вот он, красивый наш зоопарк. Ну что, друзья, всем спасибо за просмотр. На этом я серию буду заканчивать. Подкоплю денег и потом глянем еще дальше. Все, всем удачи. Пока-пока, с вами был Капанда.